Сразу 6 заводов нашего региона стали участниками российско-японского проекта по повышению эффективности производства. Договоренность о реализации этого проекта была достигнута в декабре прошлого года во время визита президента России Владимира Путина в Японию. В перечень предприятий, которые начали сотрудничать с японскими экспертами, вошли 12 заводов по всей России. Цель японских специалистов – оценить производственную систему каждого предприятия и разработать рекомендации по повышению качества продукции. 6 из 12 промышленных площадок находятся в нашем регионе. В их числе и Ульяновский автомобильный завод. В июне этого года японские эксперты побывали на производстве и дали рекомендации по улучшению показателей производственного процесса. На этой неделе японские эксперты вновь посетили УАЗ, чтобы выяснить, как на автозаводе выполняются их рекомендации. Если говорить в общем, то наши пожелания, наши советы были связаны с тем, чтобы повысить эффективность производства, чтобы работники работали с большей отдачей, чтобы определенные процессы у них не занимали так много времени, чтобы эффективность была выше. Гость из Японии пояснил, что главная цель – передать общий передовой опыт, накопленный в японском производстве, а не какой-то отдельной фирмы. В той или иной степени эти элементы у нас работают уже в течение практически 15 лет. 5С, кайзен предложения, обслуживание оборудования и система Kanban, которая подтягивает, соответственно, детали для производственного процесса, они работают уже достаточно долгое время. Сейчас мы от японских коллег получили как бы такой анализ работы этих систем для того, чтобы внести в них соответствующие коррективы. Кроме автомобильного завода, японские эксперты дают советы по улучшению производственного процесса на 5 предприятиях Димитровграда. «Автосвет», «Автопартнер», «Рикардо», Димитровградском пружинном заводе и заводе алюминиевого литья. На самом деле выбирали не мы, выбирал российский Минпромторг. Это была их рекомендация. Но с нашей стороны тоже были пожелания, и мы просили выбрать предприятие и регион, где было бы достаточно много высокотехнологичных предприятий. Именно с этим связан выбор Ульяновской области, в частности. Пока сроки реализации российско-японского проекта по повышению эффективности производства ограничены мартом следующего года. Но японская страна готова к продлению отношений. Как заявил Ватанабе, главное – это желание российской страны к дальнейшему сотрудничеству. Андрей Корчагин, Даниил Сурков, новости «Ульяновской правды».